Здравствуйте, мои дорогие. Это прекрасный день. Уже вторая декада подошла к концу сентября, и я хотел сделать пару фото и послушать головоломку. Ну что ж, я включаю книгу «Головоломка», очень интересная книга. Будем с вами слушать и баловаться по дороге. Тепло. У мертвецов такие холодные руки. Илан был напуган, но поддержал игру, чтобы завоевать ее доверие. Ты можешь касаться мертвых? Касаться, видеть, разговаривать. Я должна убедиться, что ты не один из них. Илан сжал в ладонях ее руку, и она не воспротивилась. «Уверяю тебя, я очень даже живой. Сейчас сниму с тебя перчатки, а ты пообещай ответить на мои вопросы. У меня их без счета!» Она бросила взгляд за его плечо. «Здесь опасно. Она может быть в коридоре и застать нас. Я больше не хочу на стул. Не вынесу боли». «О ком ты?» «О гарпии. О ком же еще?» «О Санди Клиор». Она говорит, это для вашего же блага. Но все время врет. Что происходит? Ты не похож на себя. У меня небольшие проблемы с памятью. Наверное, из-за всей той дряни, которой нас накачивали. А ты как себя чувствуешь, Каже? Каже? Почему ты меня так называешь? Это действительно странно. Илан понял, что не ошибся. Перед ним Каже Лорен. Пациентка, которая провела в клинике 18 лет. Женщина отдернула руку и нахмурилась. Ее взгляд стал недоверчивым. «Ты не тот человек, которого я знала. Перешел на другую сторону? Это один из адских экспериментов?» Она начала судорожно теребить простыню. Илан энергично замотал головой. «Нет-нет, я не с ними. Я с тобой. Я тоже жертва опытов. Объясни, что здесь происходит?» «Клиника давно закрыта, но как же получилось, что ты все еще здесь? Кто тебя лечит? Кто приносит еду?» Она не ответила, и Илан показал ей ключ. «Кто вложил его тебе в руки? Что он открывает?» Она опустила плечи и молча посмотрела на него черными, лихорадочно блестящими глазами. Илан не успокаивался. «Ты должна рассказать мне о протоколе Мемнот, о паранойе!» «Мне промыли мозги, внушили ложные воспоминания. Зачем? Родители когда-нибудь навещали меня здесь? Ты их видела?» Он вскочил, кинулся в угол, схватил карту сокровищ отца и развернул листок перед глазами Каже Лорен. «Расскажи о Иакове, о лестнице. Зачем ты исписала стены палаты этим именем? Не молчи, умоляю!» Ему удалось расшевелить больную. Она неловко ухватила рисунок и посмотрела на Илана из-под полуприкрытых век. «Как же давно я не видела этот пейзаж! Расскажи мне о нем!» Женщина кивнула на карты Таро, лежавшие рядом с черным крестом. «Ключ к разгадке в этой колоде. Неужели ты и этого не помнишь?» Илан покачал головой. «Черная дыра. Принеси карты». Он подчинился и положил перед ней колоду. «Если хочешь получить ответы, сними перчатки», — сказала она, протянув к нему руки. Илан колебался. «Пообещай, что не станешь раздирать лицо ногтями». Она сделала над собой усилие и улыбнулась, показав испорченные зубы. «Ладно». Обещание почти наверняка было пустым, но Илан осторожно размотал скотч и снял с нее перчатки. Женщина пошевелила пальцами, сморщилась, хрустнули суставы. «Как же хорошо чувствовать!» Она взяла руки Илана в свои, крепко сжала, закрыла глаза, и ее рот исказила судорога. Его снедало нетерпение, но он сдержался и ничего не сказал, чтобы не спугнуть ее. Она подняла веки, кивнула на ключ и произнесла тихим голосом. «Я знаю, что он должен открыть. Так скажи мне, врата твоего разума. Он даст тебе доступ к правде.
Она снова бредила, но Илан не стал ей перечить. Женщина взяла колоду Таро и выложила карты на стол. Семерки, восьмерки, аркан, смерть. Многие карты Таро скрывают библейские символы. Раньше, до того, как начались проблемы с памятью, ты это знал. Какую карту выбираешь? Смотри внимательно. Твой разум подскажет ответ. Илан сконцентрировался, его взгляд остановился на одной из карт, и он вытащил ее из колоды. Повешенный. Именно ее перевернул в его сне Люка Шардон. Ее он чувствовал лучше всего, сам не зная почему. На карте был изображен человек в разноцветном костюме менестреля с заложенными за спину руками, подвешенный за левую ногу на жерди, лежащий в виде перекладины на двух обуглившихся стволах дерева, некогда сожженных молнией, с шестью коротко обрубленными сучьями на каждом из них. «Лестница!» — воскликнул Илан. «Лестница на карте, состоящая из кусочков дерева!» «Шесть сучьев и жердь», — добавила женщина с костистым лицом. «Как семь ступеней лестницы Иакова, семь уровней инициации, ведущих человека с земли на небеса. Но это не самое интересное». Она коснулась карты указателя. Счастья вам, удачи, любви и успехов. В следующем ролике продолжим прослушивание книги под названием «Головоломка». Очень интересная, интригующая, про психушку. До скорой встречи, мои дорогие.